Здравствуйте, Александр Янковский с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Программа «Что происходит?». На самом деле, что происходит? Вот происходит-то на самом деле не то, что происходит, вот простите за тавтологию, а то, что мы видим с экранов телевизоров или читаем на экранах своих мобильных или не очень мобильных компьютерных устройств. Потому что реальность, она такова, какой мы ее видим. Вот от реальности, какой ее видят украинцы, как видят украинцев в мире и как видят украинцы этот самый мир, мы сегодня поговорим с Дианой Дуцик, исполнительным директором телекритики. Здравствуйте, Диана. Добрый вечер. Итак, значит, год назад было создано в Украине Министерство информационной политики. Прошел год. Министр Юрий Стець, как и обещал, он подал в отставку, написал заявление. Да? Ну, отставка, насколько мне известно, пока не принята. Но отчет уже есть. Во вторник, 8 декабря, значит, министр записал такой видеоотчет, который показал. Вот мы сейчас его с вами посмотрим, чтобы... А потом обсудим вообще, что удалось, а что не удалось Министерству информационной политики сделать, и что можно сделать, и, может быть, вообще больше нет необходимости спустя год в существовании такого министерства. Итак, видеоотчет Министерства информационной политики за первый год его работы. Це зала засідань Кабінету міністрів України. Тут приймаються постанови та інші нормативно-правові документи, в тому числі ті, які пропоную я як міністр інформаційної політики України. 26 березня при міністерстві було створено експертну раду, до якої увійшли відомі експерти, медіа-юристи, незалежні аналітики, в тому числі голова профільного комітету Верховної Ради Вікторія Сюмар, керманич суспільного телебачення Зура Паласанія, журналіст Андрій Куліков та професор Георгій Почепцов. Представниками місії ОБСЄ відзначено рівень прозорості, відкритості та професійності Міністерства інформаційної політики України при розробці стратегічно важливих документів. Свою місію ми виконали. Розроблена доктрина інформаційної безпеки знаходиться на розгляді в Раді національної безпеки і оборони України. Концепція інформаційної безпеки передана на розгляд Кабінету міністрів України. Проєкт закону про реформу іномовлення України на розгляді Верховній Раді. Ці документи – це лише дві цеглини в фундаменті національної безпеки України, які відповідають за найбільш складну частину гібридної війни – інформаційну агресію. Отже, всі 100% нормативно-правових документів, які пропонували на розгляд уряду Міністерства інформаційної політики України, уряд схвалив. В тому числі, своїм рішенням уряд України створив комісію із забезпечення функціонування системи національного телебачення та радіомовлення – максимально оперативну міжвідомчу групу при Міністерстві інформаційної політики України, яка займається відновленням ефіру українських телеканалів та радіостанцій на Донбасі. Лисичанськ, Старобільськ, Сватове, Біловодськ, Константинівка, Попасна, Волноваха, Краматорськ, Маріуполь, Красноармійськ – це ті міста та селища, де можна бачити та чути українське телебачення та радіо. В тих містах, де неможливо відновити аналогове мовлення, встановлено 180 супутникових антен. Загалом в секторі А встановлено 45, в секторі Б та С – 80, в секторі М – 55 комплектів супутникового обладнання. Першими це обладнання отримали бійці 24-ї так званої «залізної бригади». Це інформаційне агентство «Укрінформ», яке створено ще в 1918 році. Це інформаційне агентство номер один в Україні. Це єдине джерело інформації в Україні, що має багатомовну версію мультимедійної платформи – українську, російську, англійську, іспанську, німецьку та китайську. В рамках реформи іномовлення України рестарт інформаційного агентства «Укрінформ» дозволив станом на 1 грудня 2015 року збільшити кількість відвідувачів в два рази. 24 години на добу близько 100 автентичних інформаційних повідомлень стають основою для позитивного сприйняття України в світі. Між тим, 6 мов ми вважаємо якісним кроком вперед. Але цього недостатньо. Перед нами стоїть завдання запуску в наступному році французької, японської, польської мовних версій. Разом із кримсько-татарською їх буде 10. Попереду запуск соціальних медіа. Тепер ключове. Ми беремо на себе зобов'язання через впровадження нової маркетингової стратегії збільшити показники доходів «Укрінформу» в 2016 році вдвічі. Це здається амбітно і нереально, але ми це зробимо. «Укрінформ» – інформаційне агентство номер один в Україні. Це телеканал UATV,
Саме тут розпочалась реформа іномовлення України. Нам говорили, що для реалізації цього проєкту потрібен рік, два. Для цього потрібна шалена мотивація і божевільне бажання. Це в нас є. Саме тому ми реалізували цей проєкт. 1 жовтня 2015 року ми запустили UATV. Телеканал, який у системі іномовлення України має на меті бути промо-агенцією України в світі, що працюватиме оперативно та об'єктивно за всіма стандартами професії журналіста. Вже зараз якісну та чітку картинку за допомогою супутників Amos, Etherspace, Galaxy можуть бачити жителі планети в Європі, Азії та Америці. На 1 грудня 2015 року ми є в кабельних мережах, цифрових платформах та мережах готелів в країнах Балтії та на Африканському континенті. Нас можуть бачити громадяни Північної та Південної Америки. Левова частка ефіру формує новітню історію України. І це в першу чергу стосується реформ, про здійснення яких ми маємо інформувати світ та суспільство. Наступного року ми зробимо рестарт телеканалу. Ми будемо створювати студійні ток-шоу, дискусійні студії, документальне кіно. Плани на 2016 рік звучать одним словом – якість. Під час свого призначення я озвучив місію, що складається з 4 пунктів, які я мав реалізувати протягом року. Напрацювання стратегічних документів, що мають забезпечити інформаційну безпеку України. Відновлення ефіру українських телеканалів та радіостанцій в Луганській та Донецькій області. Проведення реформи іномовлення України, як наслідок запуск мультимедійної платформи. І нарешті реалізацію проєкту «Відкрита влада». Щодня в онлайн-режимі українські міністерства звітують перед українським народом. Щотижня ви можете бачити в прямому ефірі засідання українського уряду. Щомісяця я звітую публічно на прес-конференціях про свою діяльність. Тепер я хочу подякувати кожному своєму колезі за те, що мав честь протягом цього року працювати в українському уряді. Окремо я хочу подякувати своїм критикам. Ви надихаєте мене втілювати нові плани. Но такой вот хэштег «Минстеть», он появился год назад. Таким метким словом украинские журналисты назвали вот это Министерство информационной политики. «Юристеть» — это то, что вы сейчас видели. «Юристеть» сделал такой отчет по году, первой годовщине работы Министерства информационной политики. Отдельно он в этом видеоотчете поблагодарил критиков. Один из критиков создания Министерства информационной политики сейчас в нашей студии — Диана Дуцик, исполнительный директор телекритики. Диана, поменялось ваше мнение по поводу полезности, необходимости создания Министерства информационной политики спустя год? Ну, я бы не сказала, что сильно поменялось. Потому что, да, телекритика действительно вначале выступала против создания такого министерства. У нас были большие опасения, что это министерство может стать инструментом цензуры, давления на СМИ, на журналистов. Стало ли оно инструментом цензуры? Вот, слава богу, этого не произошло. Это как бы самый большой плюс, который я могу отметить в работе министерства. Так. Потому что к остальному у меня много вопросов. Хорошо. Вот давайте там, я услышал вот в этом отчете по поводу информационной стратегии нашего государства, информационная концепция информационной безопасности или доктрина, да, которую передали в Совет национальной безопасности и обороны, я так понял, что она до сих пор еще не утверждена. Нет. Ну, мы как бы, мы не анализировали, телекритикой наши эксперты не анализировали именно доктрину, но мы очень хорошо работали и изучали текст концепции информационной безопасности. И мы, я и наш эксперт Роман Шутов, и другие очень серьезно критиковали эту концепцию, потому что на самом деле она выписана, там есть много тезисов, с которыми сложно соглашаться, много вопросов по самой терминологии. Ну и, собственно, критика звучала не только с нашей стороны, эта концепция была отдана на экспертизу в экспертам ОБСЕ, и с их стороны тоже была серьезная критика. Я знаю также, что эта концепция должна была быть направлена экспертам, которые работают с НАТО. Ну, я не видела именно отчет НАТО,
давно по ОБСЕ, там была достаточно жесткая критика, и в каких-то вопросах мы пересекались с ними в этой критике. И поэтому, ну и мы как бы сразу говорили о том, что эту концепцию очень сложно наложить на наши реалии. И поэтому вопрос, зачем писать документ ради документа, или, может быть, стоит с самого начала написать документ, который будет потом реализовываться. Ведь Украины до этого были в том или ином формате похожие документы, но они просто оставались на бумаге и никак не реализовывались в жизни. Хорошо, давайте тогда вот из моментов, на мой взгляд, позитивных моментов, да, это то, что создан телеканал на украинском, извините, не только на украинском, на английском языке. Вот это и на вещаниях, я не видел программ, честно говорю, да, хотя мне нет оснований не доверять статью, и что есть там информация и на испанском, на этом сайте, да, на UATV и так дальше, там, да, и на китайском языке. Я не являюсь потребителем информации на этих языках, но это может быть воспринято как позитивный момент. Или не может, на ваш взгляд? Вы знаете, мы, ну, как бы, да, о создании телеканала и навещания шла речь уже много лет. И эта речь шла еще и до информационной войны, в которой сейчас втянута Украина. И мы в момент, когда началась война на Востоке, и Россия активно использовала в том числе информационный инструмент, все эксперты говорили о том, что нам нужно как-то продвигать интересы Украины на Запад. Так? То есть не только в рамках внутри страны, но и на Запад. Потому что российская пропаганда там активно работает. И в европейских странах, и даже в Америке. Но когда мы обсуждали, телекритика проводила свой экспертный круглый стол летом на тему иновещания. Мы собрали и представителей рынка, экспертов, и были представители Министерства информационной политики в том числе. Мы говорили о том, что прежде чем что-то такое создавать, нужно очень четко понимать, для какой аудитории будет работать этот канал. Именно от аудитории будет зависеть и контент телеканала. По вашей оценке, для кого этот телеканал, для кого он сейчас работает? А сейчас непонятно, для кого работает. Мы вот, наш обозреватель Галла Скляревская недавно, буквально пару недель назад, оценила, просмотрела как бы контент канала, который есть у них на сайте. И она, ну, у нас есть на Media Sapiens есть эта публикация, кому интересно, можно посмотреть. Она называется «Іномовлення як ще один інструмент піару влади». Собственно, в этом заголовке и вся суть того контента, который есть сейчас на этом телеканале. Очень много заявлений, публичных выступлений и Порошенко, и Яценюка. Очень много каких-то, ну, представлений органов власти. Но мы же понимаем, что это не есть в целом продвижение имиджа и образа страны на Западе. Причем это сделано в какой-то такой... ну, странной манере, я бы так сказала. Яна, смотрите, тут такой момент, да, я как бы, я не являюсь там критиком Минстатья, ну, вот Министерства информационной политики во многих вещах, и не являюсь сейчас, ну, и не являюсь, знаете, таким просто апологетом всего, что делается. Но по поводу UATV и по поводу всех остальных вот подобных проектов, я понимаю так, вот я не включаю, допустим, BBC для того, чтобы узнать о том, что происходит, или я не смотрю BBC для того, чтобы узнать о том, что происходит в Британии. Потому что есть, ну, много источников информации для того, чтобы узнать, что происходит в Британии. И вообще мне не совсем понятно, то есть может ли существовать канал и быть успешным каналом, иметь зрителя, который просто рассказывает о том, что происходит в стране. Ну, вот берем просто к примеру, да, там Deutsche Welle, он тоже не рассказывает только о том, что происходит в Германии. Да? И таких примеров, наверное, много. И та же самая Russia Today, да, это самая там пресловутая Russia Today, она тоже не рассказывает о том, что происходит именно только в России. Не пытаются рассказывать о том, что происходит во всем мире. Понимаете, в чем вопрос? Вопрос ведь в том, что да, Украину нужно вписывать в глобальный контекст. И этого не делает ни один, даже частный телеканал, который есть. Что мы видим сегодня? У нас нет международных новостей практически. У нас что-то появляется из международных новостей, если
если что-то случается, да? А Украина, в принципе, не вписана ни в европейский, ни в глобальный контекст, по большому счету, в наших новостях. Она никак не присутствует. Ну, например, я наведу банальный пример. Когда начинались иммиграционные вот эти процессы, да, в Европе, и украинские каналы об этом начали говорить только когда уже вот пик развития ситуации. Но ведь европейские СМИ об этом писали уже давно. И Украина как-то не замечала этих проблем, хотя на самом деле они и Украины. Вот мы сейчас мы видим, что это касается и Украины. Слушайте, это скорее больше качество самой украинской журналистики, чем, наверное, там к заботе Министерства информационной политики. И намовывания, и навещания. Я хочу сказать, что если мы уже говорим, есть этот канал, именно этот канал, может быть, должен был бы озаботиться вот этой картиной. И вписывание Украины в этот глобальный контекст, в том числе и через ту информацию, которая должна быть у него на канале. Хорошо, вот что должен увидеть зритель на этом телеканале, на телеканале и на вещании украинском, да, для того, чтобы он заходил на него регулярно? Я не знаю, потому что у меня, вот смотрите, я как Слушайте, бы не я буду тоже не знаю, отвечать, как бы, да. Надо изучать аудиторию, понимаете? В каждой стране она разная, эта аудитория, она другая. В Германии это будет одна аудитория, а в Польше это будет другая аудитория. В странах Прибалтики, наверное, еще третья аудитория. На кого мы работаем? Для кого будет работать этот канал? Диаспора в разных странах украинская, на которую якобы нацеливается этот канал, тоже разная в разных странах. И понимаете, в чем вопрос? Когда мы на начальном этапе говорили, что изучите сначала аудиторию, прежде чем стартовать, я не вижу, что это было сделано. Кроме того, мы опрашивали европейских экспертов, не украинских, а европейских, о том, что может быть интересно, вот как вы сейчас спрашиваете, что может этот канал показать европейской аудитории такого, чтобы она начала его смотреть. И знаете, какой был в ответ в большинстве? Ничего. Если вы хотите продвигать Украину, работайте с большими СМИ, которые есть в этих странах. То есть больше работать с корреспондентами, да. Уже признанных ведущих каких-то мировых агентств Абсолютно. Или телеканалов, да, которых просто приглашать и создавать им все условия для работы, чтобы им стала Украина интересна. Абсолютно так. И также, может быть, продвигать и создавать своих друзей, да, лидеров мнений в тех или иных странах, что, собственно, давно и плодотворно делает Россия. Ведь о России на тех же немецких каналах говорят не российские журналисты или эксперты, говорят немецкие, они продвигают позицию России. Вот в чем вопрос. Да, но вопрос в том, что Министерство информационной политики, украинское министерство, лишено таких возможностей, да, покупать так зачем экспертов. Зачем тогда оно нужно? Не надо покупать. Вы думаете, немецкие эти эксперты, они бесплатно говорят в отношении России? Мы можем говорить, что часть, наверное, платна, но есть люди, у которых есть какие-то взгляды, и которые, есть определенные. Например, в Германии есть часть экспертов, которые выросли в Восточной Германии, у которых сложилась какая-то своя система ценностей и так далее. У них очень большие, скажем так, ценностные связи вот с тем советским пространством. У кого-то детская травма, кого-то не взяли в штазе, например. Что угодно, да? Понимаете, да. И это как бы тоже сказывается. И нам нужно искать своих таких агентов влияния в других странах. Собственно, боже мой, да даже по всему миру, в разных университетах разных стран, в том числе американских, очень много украинцев, которые достигли и дошли до какого-то определенного уровня. Окей, хорошо. Значит, это одна часть. Это то, что касается этого телеканала и мультимедийной платформы UATV и Укринформ. Значит, вторая часть, о которой говорил Стэть Вачук... Укринформ — это немножко другое. Я бы сказала, что Укринформ надо продвигать, потому что Укринформ — это все-таки интернет, это все-таки государственное информационное агентство. Я хочу сказать, что за последнее время, когда туда пришел Александр Харченко, руководителем, очень изменился, вообще очень изменилась сама, мы видим только визуально там сайт, да, но на самом деле для того, чтобы эти изменения визуальные даже произошли, нужно было много поменять внутри самой системы, что всегда сложно в государственных структурах. Поэтому я говорю, что вот ему много удалось. И, собственно, эту платформу надо продвигать.
Да, на разных языках, может быть, пробовать, искать. Это та, я понимаю, искать это аудиторию. Та платформа, когда в Украине будет интересно журналисту, если он найдет там информацию на своем языке, он ее всегда обязательно использует. Я хочу сказать, что я сейчас там нахожу такую информацию, например, о том, что делают какие-то государственные органы, которые я не нахожу больше нигде. И для меня эта информация ценна, даже как для журналиста. То есть для меня это уже становится каким-то источником информации, которым я могу пользоваться, чего раньше не было. Это замечательно. Теперь еще один момент. Помимо работы на зарубежную аудиторию и работы с непосредственно самими журналистами, как вы оцениваете работу министерства по обеспечению вещания на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей? Ну, опять-таки, у нас тут есть расхождение с Юрием, потому что мы делали свой срез и свою оценку того, что как у нас и с доступом к украинским каналам. И опять-таки, этот отчет, я, к сожалению, просто не взяла, чтобы по цифрам говорить. Я поверю вам на сайте, на слово. Да. И мы обращали внимание, что не так все радужно, потому что есть многие районы, даже я не говорю уже о восточных областях, восточных регионах, но есть другие даже приграничные районы, в которых, казалось бы, Черниговская область. Оказывается, там есть районы, в которых нет вообще украинских каналов. Это просто, я считаю, что это караул. Ну как это возможно? Ну вот видите, возможно, да, то есть, реально, то есть эта ситуация, она случилась ведь не после создания Министерства информационной политики. Это задача была министерства. А смотрите, да, тут очень важный момент. С одной стороны, то есть задача министерства решать, чтобы в каждой точке Украины была информация, доступ у людей к информации, к украинской информации. А с другой связаны руки, например, с тем, что, например, нет законодательного поля для того, чтобы решить вопрос с отключением или с заглушением телеканалов или радиоканалов, которые свободно вещают из Крыма, да, из так называемых ДНР и ЛНР. И, там, стеть и Минстеть может иметь все, что угодно, там, финансирование какое угодно, но нет законодательного поля для того, чтобы они могли выходить с инициативой определенных законодательной инициативы. Где эти инициативы? Это мы спросим. Мы только концепцию написали. Да, видите, концепция утверждена. Хотя, опять-таки, да, вот есть же такая точка зрения, что люди там разберутся, людям надо дать информацию. Я не совсем с этим согласен, потому что я вижу, что люди, собственно говоря, выбирают информацию в основной своей массе, да, такую простую, объясняющую, уже разжеванную. Понимаете, что произошло, что происходило? Не так, люди не просто разберутся, да. И я против пропаганды в ответ и против... скажем так, грубо говоря, ответного зомбирования, да, это ни в коем случае нельзя делать. Но что сейчас должно произойти, это, назовем это таким умным словом, декодирование той пропаганды, которую навязывала Россия. Как же вы любите эти слова? Да. Деоккупация, декодирование. Деоккупация – это освобождение. Декодирование – это может быть просто тоже как бы приведение там, мысли в порядок. Да, и это может происходить не только одним каналом через СМИ. Это может происходить и должно происходить разными каналами на разных уровнях. То есть Министерство информационной политики не должно ограничиваться работой только с... А тут работа не только министерства. Угу. Тут я как раз уже не буду критиковать министерство, скажу, что это работа всей системы государственной. Потому что, понимаете, какие бы красивые месседжи не доносило министерство тем людям, если они будут смотреть в окно и будут видеть другую реальность, эти месседжи не будут работать. А если они при этом еще увидят картинку там с цветами, например, Арсения Петровича Яценюком, которую растиражируют во всех средствах массовой информации всех стран, да, то, собственно говоря, у них сложится какое-то впечатление другое совсем о нашей стране. Абсолютно. Хорошо. Значит, у нас есть еще 5 минут. Я бы хотел поговорить с вами про общественное телевидение. Об этом много не говорилось, но тем не менее, заработало общественное телевидение. В принципе, по большому счету, ведь это тот же самый Первый национальный канал, да, только теперь он называется государственное телевидение, теперь он называется у нас общественное телевидение. Как вы вообще оцениваете первые, не знаю, месяцы уже можно, да, сказать, работы общественного телевидения? На самом деле я бы не говорила про месяц, потому что месяц, на самом деле реформа идет уже давно. Угу. Она идет сложно. Может быть, не так быстро, как бы нам хотелось, но она идет. И канал начал меняться. Может быть, не все это
ненавидят, потому что когда все говорят, ну, вы же ничего не изменили, а я всегда спрашиваю, а вы смотрели, когда вы смотрели последний раз? Я, честно вам отвечу, вот. Давно смотрел Первый канал украинского телевидения. А вот я рекомендую просто иногда включать хотя бы новости. Новости очень изменились, и мы уже в этой студии не раз говорили и с вами, и с вашими коллегами о том, что наши мониторинги, которые делает общественная организация «Телекритика», они показывают, как они изменились в лучшую сторону. То есть там практически исчезла джинса, которой завалены новости, может быть, просто, других телеканалов. Диана, может быть, просто уже нет как бы заказчиков на джинсу? Нет, я думаю, что заказчики есть. У нас же выборы, это как бы процесс такой непрекращающийся. Угу. Даже вот за эти, ну, за этот год, сколько у нас? Трое президентские, так. Парламентские. Это за прошлый местные. Год, да? Президентские, ну, вот, парламентские в этом году, да. В комплексе, угу. Пока вот реформа именно канала, да, идет. То есть это как бы, ну вот возьмем, грубо говоря, так где-то полтора года. Окей, хорошо. На ваш взгляд, Зураб Аласаня ведет в верном направлении весь этот процесс? Ну, мне кажется, пока да. Ну просто как бы я же говорю о том, что есть... Много бюрократических моментов, угу. Которые тормозят процесс. Есть много еще работы. Ну, опять об этом нельзя не говорить. Есть проблемы, которые на местах, да, потому что у нас есть еще система. Ну, они сейчас уже филии. Государственные НТКУ, телерадиокомпании, да. Теперь раньше они. Раньше это были областные государственные телекомпании, теперь это филии НТКУ. А дальше это все перейдет, если этот процесс будет завершен, в ПАТ, да, в публичное акционерное товарищество. Это будет все в единой Вы системе. Знаете, вот когда я спрашиваю у польских наших коллег, говорю, расскажите, пожалуйста, как у вас работает польское общественное телевидение. Они говорят, у нас нет общественного телевидения. Я говорю, подождите, а как же вот это вот телевидение, которое у вас называют общественным? Они говорят, это государственное телевидение, которое назвали общественным. Угу. Как где критерии вот, того, чтобы у нас просто не было, хотела, не ограничилось все переназванием? У нас государственное телевидение было 20 лет, так. Больше даже, да, если там быть точным. Угу. И я бы хотела, чтобы мы ушли не только от названия государственное телевидение, но от смысла. В чем смысл был государственного телевидения? Первая кнопка страны, перший национальный раньше, да? Что делал перший национальный? Он пиарил любую власть, которая была в тот момент, ну, в любой период там. Это было очень очевидно. И очевидно, очень очевидно, это было в последние месяцы режима Януковича. Это просто уже даже переходило всякие рамки, такого, мне кажется, даже при Кучме не было. Вот. И, ну, собственно, от этого мы должны уйти и никогда к этому не возвращаться. Вообще никогда. Потому что на самом деле миссия общественного телевидения не в этом, не в пиаре власти. Поэтому мы, когда вот даже говорили об иновещателе, мы на этом сделали акцент, потому что миссия иновещателя не пиар власти, а продвижение интересов государства. И Deutsche Welle продвигает интересы государства, оно не пиарит Меркель. Я вообще не видела там пиара Меркель. Это было бы странно увидеть на Deutsche Welle пиар Меркель. Ну это как-то, понимаете, ну оно странно, действительно. Даже других слов не могу подобрать. Вот. И поэтому вот в этих смыслах и есть разница. Мы можем назвать это вообще, в Германии это называется «громадько-правове». Да, вот буквально оно так переводится с немецкого, как «громадько-правове». Но суть какая? Если вы посмотрите каналы ЦДФ или АРД, с ними даже частные каналы не могут конкурировать по контенту. Они отстают и по качеству, и по стандартам, и по картинке, по всему отстают. Понимаете? Вот я хочу такое общественное телевидение у нас в стране. Я тоже хочу, но я прекрасно понимаю, Диана Дуцик хочет хорошее общественное телевидение в стране под названием Украина. Исполнительный директор телекритики. Я тоже хочу хорошее общественное телевидение, но я прекрасно понимаю, что Украина с ее производительными силами, уровнем жизни и так дальше, да, не может иметь такое телевидение, сейчас не может иметь такое телевидение, как в Германии. Мы должны к этому идти. Да, мы должны к этому идти, должны к этому стремиться, но, как говорится, по одежке протягивая ножки. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания.